22. Дальше. Поздравляем. Все хорошо. Убрать. Дальше. 64. Поздравляем. Дальше. 20. Что стоит человек своего 20? Есть. Окей, дальше. 46. 46. Поздравляем. Против барабан дальше. 39. 39. Поздравляем. Дальше. 3. Тоже? Хорошо. Так, следующая наша позиция. Давайте это будет мыло для рук. 4 мыла, 4 номера. Очень хорошее мыло. Нежно. 25. Так, поздравляю. Еще 3. 47. Нету? Есть. Отлично. Крутим дальше. 7. И последнее было. 57. Отлично. Дальше зубные щетки. Две детские, две взрослые. Так, тут много их. Давайте будем крутить, пока они не закончатся. По 4. Две взрослые, две детские. Десять. Очень плотные, для детей очень хорошо.
И салфетки очень нежные для лица, то есть для путешествий. Так, у нас есть несколько наборов. 3 набора. 4 набора. 16. Есть человек с нами 16? Диляра? Диляра? Хорошо. Дальше. Двадцать три. Дальше. 48. 48 нет? Есть. Отлично. Дальше. 27. 27. Отлично. Хорошо. Так, давайте теперь разыграем файнзайм. У нас здесь есть 3 файнзайма. Это витамины порошок на основе ананасового экстракта, который предназначен для сжигания лишних жиров, белков и для восстановления обмена веществ. То есть это очень ходовой товар. 3 человека. 45. Дальше. 33. 33, поздравляем. И 3 человека. 28. 28. Вот команда, почему разница одна бегает? Может кто-нибудь помочь? Так, хорошо. Теперь давайте разыграем женский наборчик. Здесь это ежедневки, от которых моя жена тащится. И колготки. То есть колготки, я знаю, что одна пара колготок уходит где-то 700 рублей. Ежедневки я не помню, сколько стоит, и тоже доступны цена. По-моему, упаковка где-то 3500, кажется, стоит. Там вот сколько? 4200, да? Спасибо. То есть получается 1000 тенге, где-то вот такая упаковочка. Дети с какими-то травмами, с которыми благоухаюсь. Итак, 7 человек. Крутим барабан. 2.
53. Один человек пуэр чай. Пуэр чай мы много раз предлагали, но я его впервые попробовал вчера. Вчера открыл чемодан, увидел, там один пакетик валяется. Думал, попробую. А потому что как я приехал в Казахстан, так как меня здесь не было долго достаточно, все это время я здесь обжирался. И у меня была такая тяжесть, которая не пропитывала. Но вот выпил на самом деле, как бы за вечер. Он достаточно такой терпкий на вкус, горьковатый, но достаточно приятный, то есть если его распробовать. То есть его пить не противно, мне понравилось, в принципе. И самое главное, он сделал свою работу. Побегать, конечно, пришлось, но главный результат. Здесь вот целых 3 сертификата качества, а не один человек. Там 1 стик на 500 миллилитров. 8. Вы можете разбавить его с водой в бутылке и пить. Для вас темпел. Так, дальше. У нас есть 2 спирулины. То есть все наслышаны про спирулину. Да, хорошо. Давай, давай чуть-чуть. Тридцать восемь. Отлично. Спирулина, кстати, можно пить беременным, можно пить кормящим. Даже во многих случаях рекомендую. Правильно? Правильно. Так, и еще один человек. 14. Отошла. Отошла. Ну, она здесь. Хорошо. Поздравляем. Так, далее. А, далее. Что далее? Далее у нас пробиотики. Тут 6 коробочек пробиотиков. Я вот до Ады на самом деле не знал, насколько пробиотики важны для здоровья и для иммунитета. Да, вот с самого возраста детка у нас вот дочь тоже очень любит, они достаточно приятный на вкус, можно сказать, очень приятный на вкус, она их тоже обожает. А получается, пить по одному стику, желательно после ужина, нормализует микрофлору кишечника и, соответственно, повышает иммунитет. Так, 6 человек. 11. Дальше. 54. Дальше. 29. Присутствует? Есть? Хорошо, поздравляем. Дальше. 31. Поздравляем. Дальше. Еще последний, да? Хорошо. 62. Сколько у нас осталось человек? Кажется, не очень много. Давайте сейчас разыграем химохим. Сначала 5 человек. Получается, по одной коробочке, в одной коробочке 6 пакетиков. 17. Поздравляем дальше. 59. Восемнадцать. Хорошо.
кажется, у нас хватает еще людей. Давайте еще 5 фильмов разыграем. Еще 5 человек. Поздравляю. Более взрослой кожи, естественно, нужно больше применений, но после уже 3-4 процедур уже заметны изменения, морщинки разглаживаются. То есть мезотерапия на дому. По 4 патча. Крутим барабан. Да. Thank you.